Герой этого выпуска «Тупых преступников» Стив Ларсон, также известный как животный овощной человек-минерал. Он был атакован своей второй головой динозавром во время неудачного ограбления. Давайте посмотрим. Открывай кассу! Живо! Живо! Ай, мать твою, нет! Да перестань бошку кусать! Не кусай! Ай-яй-яй! Что за лох? Ларсон задержан за вооруженное ограбление, а его динозавр за пособничество и кусничество.